Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо организаторам симпозиума за возможность сделать доклад, посвященный низкому уровню генетического разнообразия. Раньше, лет 10, даже 20 лет назад, мы в основном говорили о низком генетическом разнообразии вирусов популяции в России, о низком разнообразии вируса субтипа А, который, возможно, позволит нам как раз добиться успеха в создании вакцины. Сейчас ситуация, конечно, уже изменилась, хотя по-прежнему субтипа А у нас доминирует, но уже, конечно, говорить о низком разнообразии вируса популяции, скорее всего, не приходится. Поэтому мы переключились немножко на другой уровень, где также обнаружился низкое генетическое разнообразие. Это... В данном случае мы будем говорить о вирусе, ответственном за передачу ВИЧ-инфекции, о передаваемом вирусе. Как оказалось, впервые это было обнаружено, порядка чуть больше 10 лет назад, что при изучении передаваемого вируса было показано, что его генетическое разнообразие также достаточно низкое. В данном случае мы говорим именно о разнообразии для каждого конкретного случая, для каждого конкретного донора и реципиента, и это совершенно не говорит о низком разнообразии. При этом в популяции разнообразие вируса было по-прежнему очень и очень высоким. И, значит, возникло, уже давно в популяционной генетике существует понятие бутылочное горлышко, когда популяция с высоким разнообразием претерпевает, вот, так сказать, ситуацию, когда происходит резкое снижение генетического разнообразия. И именно такая ситуация происходит при передаче ВИЧ половым путем при переходе вируса через барьер, который представляет собой слизистые оболочки организма. И как оказалось, что если изучать вирус на очень ранних этапах заражения, мы видим на вот эту вот частицу, то мы обнаруживаем лишь малую долю генетического разнообразия, которая обнаруживается в организме донора инфекции. Как оказалось, практически достаточно значительная часть новых инфекций, то есть порядка 80% возникших при половой передаче вируса, была обусловлена передачей одного единственного вирусного варианта из всего многообразия циркулирующих в организме донора. Значит, поскольку существуют различные способы передачи вируса, ну, как можно сказать, половой и инъекционный, то очевидно, различные стадии, которые претерпевает вирусная популяция при переходе от донора к реципиенту в этих случаях. То есть, если в случае полового пути мы сначала видим, что популяция должна, так сказать, ну, имеет место такая, так называемая компартментализация, когда вирус разделен в организме, одна популяция присутствует в крови, другая популяция присутствует в генитальном тракте и, соответственно, в генитальных жидкостях, и, соответственно, происходит вот этот отбор на этом этапе, и непосредственно при проникновении уже этой инокулята в организм реципиента. В случае инъекционной передачи, как бы, ситуация выглядит значительно проще и заставляет предполагать, что при инъекционной передаче вируса мы не увидим вот этого самого эффекта генетического бутылочного горлышка. Но, как показали исследования нескольких групп в мире, в том числе и нашей, мы в этом случае также увидим вот этот самый эффект генетического бутылочного горлышка. Значит, в данном случае это некоторая предыстория наших исследований. Сразу оговорюсь, откуда берется, каким образом мы изучаем передающийся вирус? Основной источник этого вируса – это пациенты с так называемой острой ВИЧ-инфекцией. То есть пациенты, у которых еще отсутствуют антитела к ВИЧ и инфицирование которых можно выявить только по наличию вирусной РНК или вирусных антигенов, в основном вирусного антигена P24 в крови. И эта стадия длится всего лишь на протяжении нескольких недель.
это, с одной стороны, затрудняет обнаружение таких случаев, с другой стороны, тем не менее, все равно делает очень важным обнаружение таких пациентов, поскольку они обладают наиболее высокой вирусной нагрузкой и представляют наибольшую опасность с точки зрения распространения вируса. Поэтому как для вирусологов, так и для, так сказать, эпидемиологов, эти такие люди представляют очень большой интерес. Значит, в нашем первом исследовании мы такие случаи искали ретроспективно, скринируя большую коллекцию ВИЧ-серонегативных сывороток на присутствие вирусной РНК. И таким образом нам удалось найти 13 таких случаев среди более 400 сывороток и провести анализ. Значит, да, это все были потребители инъекционных наркотиков из Санкт-Петербурга. И для изучения вирусной популяции в этом организме применяется как раз специально разработанный по такому случаю метод амплифицирования единичных геномов, основанный на методе предельных разведений РНК или КДНК, синтезированной из вирусной РНК, выделенной из крови больного, таким образом, что мы можем избежать стадию клонирования амплифицированных фрагментов и амплифицированных геномов вируса, а изучать непосредственно, проводить прямое секвенирование амплифицированных фрагментов, которые представляют собой не, как сказать, не сдвинутую, не измененную картину соответствующей популяции вируса в организме. Мы секвенировали полноразмерную нуклеотидную последовательность гена ENF ВИЧ и давайте вам сразу покажу. И наблюдали вот такую вот картину. Все возможные случаи разделяются в данном случае вот на три группы. Значит, так сказать, каждая линия здесь представляет собой проанализированную нуклеотидную последовательность. Как правило, анализируется несколько десятков нуклеотидных последовательностей, выделенных от одного и того же пациента в один и тот же момент времени. И, соответственно, здесь на протяжении 2500 пар нуклеотидов существуют вот лишь случайные нуклеотидные замены. Именно это мы и говорим, что в данном случае имеет место заражение единственным вариантом вируса. Есть такой случай, когда мы обнаруживали таким образом три близкородственных варианта вируса, переданных от одного донора. Ну, потому что вот обнаруженное разнообразие между этими тремя вариантами как раз и соответствует характерному разнообразию вируса внутри организма при хронической ВИЧ-инфекции. Вот именно тот случай, который мы видим вот здесь на третьем варианте, это ситуация, характерная для пациента с длительностью заболевания, может быть, несколько лет. Значит, и в нашем довольно вот уже древнем исследовании было показано, что для нашей популяции имело место заражение единственным вирусным вариантом имело место в 70% случаев, что приближалось к 80% этому проценту, который был обнаружен в случае передачи вируса половым путем. Таким образом, вот это фундаментальное различие этих путей передачи, которое, как ожидалось, приведет к различной картине, в данном случае не подтвердилось. Следующим этапом наших исследований было попробовать провести исследования на хорошо охарактеризованных, так сказать, когортах потребителей инъекционных наркотиков, активно употребляющих инъекционное применение наркотиков и, соответственно, подвергающихся высокому риску с точки зрения передачи ВИЧ. Таким образом, у нас была собрана небольшая когорта из порядка 100 ВИЧ-серонегативных инъекционных потребителей наркотиков, которые интенсивно тестировались еженедельно для возможности обнаружения случаев острой ВИЧ-инфекции в реальном времени.
Кроме того, значит, поскольку вот в последние 10 лет активно развивались методы секвенирования следующего поколения, это позволило нам применить уже не только метод амплифицирования единичных геномов, но и так называемое глубокое секвенирование последовательности ВИЧ с помощью методов NGS. Так, это я уже все рассказал. Значит, вот наша когорта, ну, которая на самом деле изначально включала 160 человек, но далее мы все равно в итоге исследовали. Алексей, время. Спасибо. Значит, в результате мы обнаружили 8 случаев острой ВИЧ-инфекции, которые позволили нам провести достаточно глубокое исследование вируса. Значит, сначала они были исследованы с помощью секвенирования амплифицированных единичных геномов, и мы получили вот такую вот характерную картину для троих из 8 пациентов, которая говорит о передаче единственного вирусного варианта. Значит, поскольку у нас была собрана довольно подробная информация о данной когорте, значит, у нас был также доступ к потенциальным донорам инфекции в этих случаях, что мы в данном случае и смогли изучить вирус как в доноре, так в потенциальном доноре, так и в реципиенте ВИЧ-инфекции. И, значит, во всех случаях было подтверждено передача единственного вирусного варианта. Вот также еще один случай, где была более сложная картина, ну, ввиду нехватки времени в данном случае, я только могу сказать, что в данном случае мы также делаем вывод о передаче единственного вирусного варианта, но в результате, так сказать, процесса двух или даже трех эпизодов суперинфекции, передачи вируса от нескольких доноров, что достаточно характерно в случае потребителей инъекционных наркотиков, применяющих наркотики в группах. Для более глубокого анализа мы провели секвенирование с помощью метода следующего поколения небольшого участка гена envelope, соответствующего длине 400-500 нуклеотидов, позволяющего секвенировать за счет одного, так сказать, рида с помощью секвенирования по технологии Illumina. Вот был выбран вот данный участок. И, соответственно, мы хотели посмотреть, видите, на первых трех моментах забора крови мы видели гомогенную ситуацию в вирусной популяции, и только на 14-й день появился новый вирусный вариант. Вот мы хотели посмотреть при глубоком секвенировании, как обстоит ситуация. Если у кого-то будут вопросы, я потом расскажу про метод, который мы использовали для секвенирования, для глубокого секвенирования. Это, опять-таки, достаточно подробное описание биоинформатического подхода для анализа полученных нуклеотидных последовательностей. Было получено не десятки вирусных вариантов, а сотни тысяч, как вот мы видим здесь. Но вот даже такое глубокое секвенирование все равно оставило верным наш вывод о заражении в результате передачи единственного вирусного варианта. Значит, и вот сравнение результатов, полученных стандартным сенджеровским секвенированием и секвенированием следующего поколения. И вот как раз вот тот самый сложный случай, в результате которого мы обнаружили события суперинфекции, то есть передача вируса от нескольких доноров ВИЧ-инфекции, и мы видим, что вот так называемый редкий дополнительный вариант 2, выявленный нами в случае обычного секвенирования на 14-й день, выявляется при глубоком секвенировании, уже выявляется в момент скрининга. И третий вариант тоже выявляется значительно раньше, чем это было выявлено при стандартном методе исследования. Таким образом, наши исследования показали, что доля случаев при инъекционном передаче вируса, обусловленных передачей единственного вирусного варианта, составляет порядка 80%, что сопоставимо с половой передачей вируса.
что соответствует и такому достаточно большому мета-анализу, проведенному другими исследователями в различных, путях передачи, гетеросексуальным, гомосексуальным и инъекционным, где, если усреднять по всем проведенным на данный момент исследованиям, то эти значения, вот этой доли случаев, вызванных передачей единственного вирусного варианта, представляют собой как 80, 75 и 65, что не являются достоверно различающимися при статистической обработке. Спасибо за внимание. Спасибо, Алексей. Вопросы докладчику? Вот, да, мы с Лешей все время общаемся, а все равно вот вопрос остается, да. Я когда вот у Саулюса мы вот выступали тут недавно, и Томпсон его фамилия, да, он делал аналогичный доклад, но он привел много случаев, примеров, когда тоже в острой фазе, но рекомбинанты. И мы с ним как-то договорились, вообще говоря, а ты вот как это интерпретируешь? Что просто очень ранние коинфекции получаются? То есть они уже на стадии острой фазы там коинфекции и рекомбинации произошла? Сейчас, а может быть просто эти рекомбинанты были получены от донора? Рекомбинанты между субтипами? Да. Нет, ну это известное явление, циркулирующая рекомбинантная форма, когда они просто уже передаются непосредственно. То есть рекомбинация произошла раньше все-таки. Нет, он множественные инфекции показывал. То есть, то есть он множественные инфекции на стадии острой фазы там. То есть это от рекомбинантных. Нет, но с другой стороны, 20% у нас все равно остаются для возможности передачи множественных вирусных вариантов. Тут же все еще зависит от того, какие варианты циркулировали в организме донора. Потому что мы сможем определить наличие рекомбинантов только в том случае, когда эти варианты достаточно сильно друг от друга отличаются. Что, кстати, не все. У меня было объяснение вот какое, что если много искать, то все равно двойную инфекцию найдешь. Конечно, да, так сказать. Даже в ранней фазе. А он много чего-то проверил, он там несколько десятков или сотен. Нет, если проанализировать сотни тысяч, наверное, случаев, то найдешь. А нет, все-таки мы видим, что вот это магическое число 80%, оно все-таки пока остается в силе. То есть это позволяет надеяться на то, что при разработке вакцины нам нужно в итоге пытаться создавать эту вакцину направленную не на широкое разнообразие вируса, а на вот какие-то такие достаточно гомогенные варианты. А у меня такой вопрос. Вот вы в докладе сказали, что таким образом не важно, каким путем человек заразился. Ну, как бы все равно передается один вариант. Но, во-первых, получается, что поскольку это специфическая когорта, то факт того, что он наркоман, не означает, что он не мог заразиться половым путем при этом. Правильно? Да, конечно. В данном-то случае просто вот эти наши 100 человек, они все-таки именно так отбирались группу, что они заявляли либо отсутствие половых контактов, либо пользование презервативами. То есть там риск заражения инъекционным путем поняла. Да. Это был просто, я пояснить хотела для себя. А другой вопрос, потрясающе интересно то, что вы видите появление гетерогенности, так сказать, на там, границе второй недели. Это да? Не гетерогенность, это же просто проявление того, что было получено. Нет, понимаю. То есть он как бы реплицируется, нарабатывается, меняется, и вы начинаете видеть какое-то расхождение. А первую неделю идет присутствие единственного варианта, который он получил. А вот нельзя ли рассмотреть возможность того, что он его в ту же неделю и передал? И тогда, как он его один получил, так он его один и передал. Нет, для данной группы риска, конечно, это реально. Это я объясняю, что это как бы усиливает позицию этого штамма. Ну, я, так сказать, может быть, неправильно это формулирую, но это объясняет, почему именно передача в такой категории людей высокого рискованного поведения и обуславливает то, что реально передается все время
То, что получил, то и передал сразу же. Нет, это, в принципе, облегчает ситуацию, опять-таки, у нас вот в общей популяции, с точки зрения разнообразия вируса в общей популяции, потому что, ну, особенно когда это было в конце 90-х, в начале 2000-х годов, когда в основном 90% зараженных это были инъекционные наркоманы, там наверняка заражение именно так и происходило. То есть заражение происходило от доноров, находящихся в стадии острой ВИЧ-инфекции, да. И, соответственно, этим и было обусловлено низкое разнообразие вируса в общей популяции. Да. Потому что вирус просто не успевал претерпеть изменения, да, в организме, связанные с действием организма, иммунной системы, а непосредственно напрямую передавал его следующему, да, пациенту. Да, то есть так и происходило. Нет, ну вот я говорю, что мы же, в принципе, у нас, я говорю, наше исследование позволило изучить эволюцию вируса в организме на протяжении 6 месяцев, угу, и мы смотрели, что, конечно, разнообразие вируса, ну, там увеличивалось достаточно медленно. У нас вот только один был случай суперинфекции, когда мы просто на третьей заборной точке уже увидели рекомбинанты между этими, нет, разными, ну, вариантами. Это, да, уникальный случай, это как бы, да, другая А в тех ситуация. Случаях, когда было нормальное заражение, ну, в смысле, обычное заражение от одного донора, там все-таки накопление разнообразия идет достаточно медленно. Спасибо. Я хочу добавить вот к Леше, Маш, на ваш вопрос. Это в том-то и была сенсационность, что показали бутылочное горлышко для IDU. То есть никто этого не ожидал, поэтому этого никто не изучал даже. Да. Никто этого не изучал. Да? Теперь дальше. Оказывается, что вот эти методы когортной работы, они позволяют, ну, полностью исключить сексуальный путь. То есть, ну, так допрашиваем, что уже там... Бывают случаи, когда они сами не знают. И это тоже, эти случаи тоже регистрируются, понимаете? Но то, что вот утверждается, что это было IDU, так это уж точно IDU, понимаете? Ну, в данном случае, конечно, оптимально было искать вспышки вот те же самые наркопотребители, которые курят не опиат, допустим, а синтетику, да? То есть там основной путь передачи начинается уже половой. Вот. И вот таких пациентов, если, конечно, группу выявить, эти исследования вообще бы были... Это понятно, да, это понятно. Спасибо, Алексей, за очень хорошее... Можно все-таки? Я молчала, но не выдержала. Вот, но я не понимаю. Скажите, пожалуйста, какой механизм защиты все-таки? Вот смотрите, мы работаем тоже с острыми пациентами. Там вирусная нагрузка, то есть концентрация вируса в крови, 10 в 6, 5 на 10 в 7. Концентрация огромная. И при инфицировании наркоманами, ну, то есть вот, при употреблении совместных наркотиков, даже мизерное количество крови сколько вируса содержит? Ну, просто, по-видимому, все-таки дело в том, что вот именно вот даже этот размер инокулята небольшой, там несколько микролитров крови, оставшихся в шприце, просто содержит гомогенный вирус. Наверное, все-таки единственный такой, ну, самый вот как бы простой способ было сказать, это что вот именно заражение происходит большим количеством вирусных частиц, но одним вирусным вариантом. То есть все-таки тогда, я говорю, самым простым объяснением было бы... Но вы же сами сказали, что гомогенная вирусная популяция в организме человека может наблюдаться только в самый первый период после инфекции. А дальше уже о гомогенности говорить невозможно. Ну, это вопрос, опять-таки. Я и не претендовал на то, что я на него отвечу. В данном случае мы просто показываем это явление. Да. И, может, как раз-таки они попали на вспышку и как раз-таки брали 13 пациентов, которые заражались вместе. Можно еще один вопрос? Да. Если возможно. А проводился ли какой-то вами анализ тех, так сказать, пациентов, которые были источниками инфекции, и по частоте встречаемости у них именно данного варианта, который передался в итоге? Возможно ли вообще такое? Да, практически вот в тех случаях, когда у нас были материал от пары, то мы всегда в образце донора находили тот вариант, который стал как бы основателем варианта реципиента. Имеется в виду вопрос количественного соотношения этого варианта. Значит, вот в нашем случае, поскольку, как правило, у донора нет какого-то доминирующего варианта, то есть, допустим, ну, если мы применяли метод Single Genome Amplification, ну, когда анализировали несколько десятков вирусных вариантов, то
каждый из этих вот, там, 10, 20-30 вариантов он был уникальным. То есть там не было доминирующего варианта на стадии хронической инфекции. Соответственно, вот я к чему говорю, что поэтому тот вариант, который оказывался прародителем реципиентного варианта, был там один, ну, составлял, там, не знаю, там 5% от общей популяции. Я знаю, что просто есть исследования, когда, так сказать, более внимательно вот именно изучают сначала популяцию донора, вот именно с помощью методов секвенирования следующего поколения, там были случаи, когда показывали, что во-первых, заражение происходило минорным вариантом, полученным от донора, а были случаи, когда наоборот мажорным. То есть это достаточно вот такой все-таки случайный процесс, но с другой стороны, да, он, если бы он был случайный, как раз мажорный вариант как раз получал бы большее преимущество. Нет, понятно, что все это идет направлено в то, чтобы изучить, есть ли какие-то особые фенотипические свойства передаваемого вируса, позволяющего ему, в отличие там, от своих вот этих соперников, активно передаваться. Ну, я говорю, эти исследования активно проводятся, то есть там насчет тропности этого вируса, насчет там, устойчивости, по-моему, к интерферону альфа и так, и гамма и так далее. Вот 10 лет, по-моему, эти исследования проводятся, но так реально я, вот, честно говоря, так и не видел никакого достоверного доказательства того, что вот эти передаваемые вирусы обладают какими-то уникальными свойствами по сравнению с теми, которые вот, в данном случае не передаются. Причем бывают же еще исследования, когда, по-моему, уже за все это время появились такие случаи, когда были несколько, так сказать, перекрестных пар, когда один донор заражал нескольких реципиентов, и, по-моему, там было показано, что в двух этих разных случаях передачи вируса передавались различные вирусные варианты, отличающиеся. Кроме того, были, кстати, проведены исследования по инъекционному заражению на обезьянах, где тоже такие вещи изучались. И, по-моему, я так понимаю, что тоже там тоже было показано, что вот это такой несколько случайный процесс, который пока непонятно, чем обусловлен. Случайному процессу математика там соответствует? Вот я про это, вот я и говорю, что, к сожалению, не всегда, что минорные варианты тоже могли быть и родоначальниками. Имеется в виду, что если бы у вас было много случаев, можно их попытаться проанализировать, так сказать, насколько коррелирует частота встречаемости с тем, что именно данный вид... Ну вот я говорю, к сожалению, это не всегда это подается, то есть это просто показывает именно сложности именно вот этого процесса. Хороший доклад, хорошая дискуссия, но время, к сожалению, у нас поджимает. Спасибо, Алексей Леонидович.